Всем привет, с вами Топчик Трос, с вами я, Ксюша. И сегодня я буду делать курочку с картошкой, но не простую курочку с картошкой, а я это буду делать с бананами. И рецепт этот я привезла из города Сочи, где отдыхала летом. Итак, нам понадобится соус. Соус не из магазина, соус домашний. Я его делала сама. Очень вкусный. Дальше у нас есть приправы. Приправы тоже из Сочи, и я еще добавила сюда барбариса. Дальше у нас есть чеснок, лук и сами бананы. Курочка и картошка. Что ж, начнем делать. Приступим. Тяжеловато. Тогда буду все руками делать. Выглядит курочка аппетитно. Навалим картошечки. Картошка фри. Теперь берем специи и высыпаем. Теперь возьмем тарелочку и посыпем все. Высыпаем смелее. Вот так и высыпем. Теперь берем соус и сюда все положим. Получится вкусно. Вот прям шедевр получится. Все вкусненько. Ох, слюнки текут уже. Ну вот, теперь все перемешаем. Смелее. Смелее, ничего не боимся. Ребята, мне в комментариях одна девочка написала, что она не умеет готовить. Ну, девочки, мы же девочки. Мы же что-то должны делать, верно? Вау, как все аппетитно выглядит. Мешаем, намешиваем, чтобы у нас это все промазалось, намазалось. Ребята, напишите в комментариях, нравится ли вам это блюдо. Ну, я знаю, это все умеют готовить, но у нас это все с бананами. У нас это все по-другому. Рецепты из Сочи, а не как тут в городе. Одни курочки с вашими картошками. С бананами получается очень нежный вкус. Очень-очень нежненький. Смотрите, как это выглядит уже аппетитно. Вот, надо скорее перемешать, чтобы скорее это все съесть. Сейчас мы всю эту красоту убираем в духовку, готовится. Ну вот, наша курочка, банан и что там еще? Картошка в духовочке. Посмотрите, какая вкусная курочка получилась. С картошкой, с бананами. Ох, какой запах-то тут. По всему дому летает. Какая она румяная. Вкусная, хрустящая. И, ребята, приезжайте ко мне в гости. Курочки все меньше и меньше. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. И да, я буду кушать. Where did you...